Добрый день! Москва, станция метро Микинина, а я в магазин «Твой дом». Продолжение. Ох, эта елка, она не оставляет меня равнодушной. Для тех, кто впервые на моем канале, это далеко не первый фильм из этого магазина. Магазин действительно интересный, и стоит посмотреть предыдущие серии. В этом фильме елка в красном и все для нее. Стильная елка в золотом. Игрушки фирмы Крэпс. Игрушки фирмы Маруся Бай Ирена и фужеры, бокалы с шампанским, вином и виски, но только для елки. Прошу обратить ваше внимание, елка в основном украшена игрушками Goodwill. Goodwill – это бренд Бельгии. На каждый бренд работают многие производители мира. Поэтому понятие «бренд» и «производитель» – это совершенно разные понятия.
Среди елочных игрушек коктейли с фруктами и соломинками встречаются довольно часто. Красивые. Но вот чтоб настолько реалистично, вино, шампанское, виски в бокалах. Я от этой витрины долго не могла отойти, пока не перетрогала все фужеры. Мне было интересно, все ли настолько подвижно, все ли настолько естественно. Витрины немецких елочных игрушек фирмы Крэпс. К игрушкам Крэпс отношусь неоднозначно. Есть действительно интересные коллекционные игрушки, есть лимитированная серия. Причем игрушки те, которые украсят любую самую дорогую елку. В них есть дух Рождества. И эта же фирма выпускает игрушки совершенно другого уровня. Вы все увидите сами. Верхушки классические, звезды золотые, звезды красные. Высота больше 30 сантиметров. Игрушки в основном прошлого года. Новинок совсем мало. И обращайте внимание на роспись. Хоть бренд очень известный, роспись бывает разная. Разные руки. Разное отношение к работе. Старик Хоттабыч и лампа. Мне кажется, этой игрушки прежде не было. Идея интересная, но как расписано, мне не понравилось.
А детки, на мой взгляд, классные. Золотая круглая наклейка на некоторых коробках означает лимитированную серию, ограниченный выпуск. И это тоже крэпс, но совершенно другое отношение к празднику и игрушкам. А дальше Маруся бай Ирена. Thank you.
Эту витрину решила показать только из-за зонтиков. Вы посмотрите, какие зонтики. Они рабочие. Свечи, подсвечники, фигурки и механические игрушки под елку. Их здесь очень много. Обязательно позвоните своему Деду Морозу. Напомните о подарке. Всего доброго!